товарищи, должен сказать, что наши рабочие и будут работать над созданием материальных благ для построения коммунизма, товарищи! В городе одни разговоры о повышении цен на продовольствие. Ну, чего там? Ну, а что? В Советском Союзе голод. Я бы не стал так сразу сгущать обстановку. В случае чего стреляйте, открывайте огонь. У меня дочка. Доктор, девочка, я вот ее найти не могу. Все огню. Может, она еще где-то прячется в городе? Нет, тут Светка. Там КГБ повсюду. Кто-нибудь по советскому народу стрелять? Как забыть и как это забыть, как я это забуду?